Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы покажем, как не надо выживать на необитаемом острове. Со мной сегодня будут Аси, Доми и Егорчик, ссылки на них будут в описании. Также не забывайте, в описании всегда есть телеграм-канал, в котором вот такие посты. Не буду задерживаться, погнали тыкать свои пальчики куда не надо. Деньги мои где, блядь, плати нахуй. Как этот подлюк не работает? Смотри, погнали, блядь, ща. Аси... Он прям вон там, блядь. Смотри, самолетик летит и прямо вроде к ам. А как сесть? Shift зажми, Аси. Блядь. Нихуя себе, блядь, спинокрыс. Посмотри на его жопу, блядь. Что с его жопой? Она квадратная. Подожди, Егорчик, встань третьим. Я понимаю, но куда вы меня толкаете? У нас человеческий многоножник. Блядь, что происходит? Все ли, блядь, втроем? Подожди, а как ты это сделал? А как? А как, блядь, рассказывай? Этот, X, Z, C, V, типа вот это. А, точно. А как? Понял, блядь, на нахуй. Ты, блядь, на нахуй. Сейчас, подожди, Егорчик, познакомимся? Нет, подожди, какие там пальцы, вот так вот. Иди сюда, Егорчик. Эй, йоу! Подожди, блядь, а как большой загнуть? Оп, посмотрел. Подожди, стой, вот так вот, держи. Ща, так, подожди. А вы в курсе, что нам выживать надо? Похуй. Мы тут пальцы в жопе ковыряем. Да, блядь, подожди. Я пытаюсь, нахуй. Так, вот, нет, не этот палец. Оп! Пошла, ёбка. Давай. Сейчас. Егорчик сзади подошел. Подожди, не, чуть ниже, сделай руку. Выше. Блять, Ася, странно выглядит, как бы в твою очко втроем ебашат. Егорчик, самое главное, не оборачивайся. Блять, вы прикиньте, 4 лысых мужика стоят, блять, что-то лапают, хуярят. А ну сейчас, подожди. А ну, блять. Пошло какой-то клонир. Ладочку видели? А ну, блядь, давай, Егорчик, противостояние, блядь, железный или щи, нахуй. А, подожди. А, иди сюда. Я... А, ебать. Что тут еще можно делать? Блядь, мой... Опа, пошел. Давай, нормально. Нормально. О, пошло, блядь. Ебать, он как спортсмен, блядь, побежал. Ладно, побежали выживать. Да у нас уже вон Хангерс, блядь, и стамина. Я цветочек, я могу его сорвать, блядь? Я могу вот эту хуйню... Как в Майнкрафте тоже надо пиздить вот так. На, сука, на! Да хуй его, кинь его в кого-нибудь, блядь. Но мне кажется, ПКМ зажать. О, подожди, вот я палку могу сейчас взять? Подхожу к ней, беру свою ебаную лапу. Бля, а как ниже опустить? А, еще Ctrl тыкнуть. Сука, захват уси, бля, как мне руку ниже опустить? Ты палку берешь? Да я не могу ее взять, блядь. Подожди, может тут? Вот. Блядь, твой долбоёб. Я взял, вы где? Блядь, как ты взял? Где, ебать? Мы где-то напряжу с доме. Не надо взять эту уебанскую палку. О, подожди. Почти. Лапа, блядь. Давай. А вы направо или налево ушли? Или хуй знает. Налево, смотря на море или на... Если на море, то налево. Да, сука, возьми ты, хуй лысый. А, вот они. Да, блядь, два аборигена ебаных не могут поднять. Нихуя себе там глаза, блядь. Ебать, я твой рот. Подожди, а пиздани этот камнем кокос. Вот прям подойди, вот так размахнись, нахуй. На, нахуй, так? Вот да, подожди, вроде как можно. О, стук был. Так, давай ниже. Выкинь камень, или подожди. Надо руку как-то научиться ниже опускать. Не, подожди, хуй, не с собой? Во, попробуй именно рукой, а не с собой, блядь. А как рука не двигается, блядь? Правую кнопку зажми, блядь, и ебашь вот так вот. Вот так вот, и вот так вот. Пошел, блядь, наяривать. Оп, пошли первые стуки, блядь. Ну ебал. У нас кокос, блядь, под землю. Сука, нас на кокосик наебали. Идемте, сейчас найдем. Я деревяшку поднял. Как? Я не знаю. Блядь. Пиздец, как нахуй. Да иди сюда, иди наверх, блядь. Блядь. А ты меня видишь? А, вижу. Он, блядь, стоит нахуй дерево, пытается ёбать на нахуй камень ранил, блядь. А ну пиздани оси её. Кого? А как? Я не... Блядь, такой же, блядь. А что там, вы животное какое-то нашли? Не, палку. Блядь, я говорю, пиздани оси, палку, блядь. Кого вы, что, животное нашли? По ЛКМ зажимаешь и начинаешь вот так туда... Блядь, я бошку потерял нахуй.
Let's go. Опа, можно присесть, блядь. Давай, забирай. Возьмите палку. Бамбук ебаный. Приседание чисто. Нормально, спорт это жизнь. Ты сюда нахуй жопы не воткнулся. Ну так я специально приседал там. Бля, а как руку ниже, да сука? Еще раз Ctrl зажми. Подожди, вот так возьму. Бля, Егорчик не заблудился там, бля? Там, да я похуй. Не могу вас найти. Подожди, ты можешь вернуться, где мы были? Я сейчас жабу возьму. О, я палку взял! Бамбуковая роща. Это что за балби... А, вот, блядь, просто иду, никого не трогаю, долбеб за жабой идет, блядь, о. На картонах. Подожди, я пытаюсь ее поймать. Нихуя себе, ты посмотри, блядь, на него, блядь. А где она? Он одной лапой, блядь, да вот она. Ты посмотри, блядь, на этого бодибилдера. Он бревно лапой взял, там же, где ты рубил. Так. Подожди, мне кажется, нам надо найти что-то, чтобы разжечь костер. Да. Вот у нас камень есть, мне кажется... Подожди, камень и палки. Да. Уголь, что ли? Нет, мне кажется, нам еще один камень надо найти, чтобы как бы того, блядь. Ну нормально, сейчас добудем. Пока поселимся, там дебрял. Да ты еблан! Что случилось? Я умер, не знаю. Ты реально сдох? Да. Блядь. Бля, можно тебя нахуй на мясо пустить, блядь? О, нихрена. Поднимите меня, еблан. Да, поднять? Мне кажется, не поднять здесь. Такая хуйня не работает. А ты не можешь рейс со мной зайти? Возродить. Нет, у меня ничего нет. Бля, я нихуя не вижу, во-первых, бля. Я вижу твою белую, блядь, задницу. Блядь, я не могу, сука, поднять ебучий листочек. Ой-ой-ой. Температура падает. Да, все, стоп. Ну пойдем плавать, блядь. А может в пещеру куда-то? Тут есть. Я плавать пошел, похуй. Ух, ебаный в рот, блядь. Такие эй, звуки. Егорыч, давай попробую тебя поднять. Ты лежишь там дальше? Ну да. Камнем пиздани точно подымется. Бля, о, я еще один камень нашел. Все, я камень нашел. Ты что, его там насилуешь, блядь? Он насилует его, я понял, блядь. Чисто в попочку друга, который, блядь, нуждается в помощи, блядь. Хотя ладно, мы на острове, блядь, как бы тут такое не осуждается. Да подними меня, блядь. Да мне кажется, тут не поднять. Да как, блядь? Так мне кажется, тут я одна вышел, жизнь вышел. У нас у всех. Да, мы сейчас сдохнем. Тут надо сразу в самом начале искать. Не пальцы в жопу, сука. Ебать, я откинулся. Я чисто несу камень на нахуй. Назад упал. Так, блядь, все, жопу друг другу не чешем. Да, мы сразу бежим, блядь, искать два камня и искать деревяшки ебучие. Все, запомните вот этот вот эту пальму ебанскую, на которой мы заспавнились. Мы туда будем выходить, как бы. О, кокос, блядь. Заебись. Его пить можно, наверное. Парни, у нас проблема. Идите ко мне. Блять, я. Он нахуй. Тигра какого-то, блядь, нашел. Да. Кого? Да пиздец, ну ты что, балбесял? Где тигр? Я убил его! Что? Голыми руками, блядь? Я убил палкой. Нихуя себе, блядь. Вот после этого я начинаю бояться Аси. Че, пацаны, пошлите. Ебать вы! Вы че, ебанутые, блядь? Он джедай, походу. Блять, алю! Горчик, он наверху, блядь. На воздухе. Да, вот он. Да, вот он, блядь. Пиздец. Вот он, бля, ебать он нахуй. Он как говно его таскает. А где он? Вот он в воздухе, блядь. Блядь, я его не держу. А где он? Он а, вон. Ебать, там в доме. Чисто три долбоеба с тигром бавуются, блядь. А это там пытаются достать что-то. Слушай, давай. Пойдем, блядь, работать. Алло, уже голода наполовину нет. И какой-то ну, тигра херст. Надо, получается, зарезать. Ну подожди, костер-то надо как-то. Надо камень, деревяшки, хуяшки. Так, а как этим... камнем бить. Просто мне кажется, блять, нет, там, насколько я помню, там либо, короче, ты с напарником хватаешь по камню, и типа вы долбите друг друга камнями, не в жопу. Вот, либо там вторую руку можно как-то подключить. Я не помню, как, блять, ну, типа, вторую руку, второй рукой управлять. А вот как, блять, как менять две руки? Как? Через shift. Блять, вы сразу сказать не могли, пиздец, я тут... Я в самом начале, блять, как тут руку поменять? В начале я тоже не знаю. Да ёбаный ты бамбук, блять, подымись. Тогда, блять, проблемы к Егорчику. О! Как вы палки поднимаете, которые очень... Я не знаю, я прям контрол хуярю. Так, Доми, ты пойдем сюда, не туда. Идем. Ну, побежал, бля. Пиздец. Ебать ты, сука, как на Олимпиаде, я тебе отвечаю. Пиздец, бля, тут столько мемов можно сделать из этого. Воды хочется пить. Ты реально так сказал, нахуй. Как будто с переводчиком, блядь, воды хочется пить. Ну вон, третья полоска, это тоже, типа, жажда. А, ну, блядь, ну иди вон, искупнись. А, в натуре можно. Да, соленую воду глотать будешь? Не знаю. Блядь. Можно впитать. Мне жалко тебя, блядь, если ты окажешься на таком острове. А кто-то бежит в прессе? Аси, наверное. Бля, подожди, а, вот кокос, о, да, кокос можно пить. А вы где? Я за тебя. Пёзни камнем, короче, кокос. Так.
Он так аккуратненько, латентненько подошел к кокосу. Вот так. И все, бля. Я вас вижу, я уже весь. Мы на пальме, мы на пальме той же, которая спаван. Лучший, блядь, давай. Бля, я тебя ударил. Ебаш в доме. Ты меня ударил. Сейчас. Ты меня ударил. Так, меня не бездарь только. Ты меня ударил. Нет, подожди, ты ладошкой, ты не ЛКМом, ЛКМом пиздани. А, да? Да. А, да? Нихуя, блядь. Да столько тут все под текстуры улетает, я рот ебал, мы сейчас сдохнем из-за этого. Где? Блядь, ебать, ты закинул, конечно, этот камушек. Трехочковый. Пошли, Егорчик. О, я понял. А, подожди. О, еще один кокос нашел. Я чуть не умер. Так, подожди, видишь, вот я. Вот тут вот кокос подбери, я пойду камень искать. Не, мы сдохли, у меня хангера уже нет. Плавать нельзя, короче, ты сразу умираешь. Ася чисто в свою стезю попал, блядь, и пошел. Змея! Блядь, все ясно, минус Егорчик. О, еще один кокосик. Но, нахуй. Она меня убила. Реально? Да. Блядь, ты балбес ебан. Бля, мы тигра камнем завалили, блядь, это от змеи. Еще больше всех хотел в вызывалки пойти. О, змея ебать! Ой, блядь! Сука, я обосрался, у меня живот заворчал, я думал, у меня тигр, блядь, перед ебалом. Подожди, в игре. Бля, мне бы вас... Да, мне кажется, мы опять, блядь, перезапускаем. Блядь, футбол ебашь в доме? Давай. Друзья, как? Работает? О, у меня кокос в руке? Да. А что он тут забыл? Окей, пойдем камень искать, мы должны камень быстрее найти. Давай, давай, давай. Или подожди, а что если... Смотри, я еще гением буду. Да, сейчас тогда. Нет, бля, я не гений. Ебаная игра, блядь, тупая. Получается. Сука, где все камни? Один камень на весь остров, блядь. На нахуй упал, блядь. Блядь, только не садись мне на лицо, пожалуйста. У меня прям как раз лицо так в небо. Блядь. Кто умер, ураган? Да. Я сейчас сыром. Сука, меня в доме ебёт. Сейчас помогу. Ой, нет, уже появился. Нихуя себе. Так, все, пизда нас сейчас Аси, блядь, а приходу и тут. Так, подожди, у меня камера странно трястись начала. Ася, ты что делаешь? Изучает. Походу, он тебя в рот ебёт. Нет, по-моему, он тебя за член трогает. Бля. Да, я на стрим к нему зашел, я это вижу, блядь. Сука, ёбаный извращенец.